Здравствуйте, мои будущие собеседники. Вот решил освоить интернет и попытаться поговорить с вами на интересующие, я думаю, что меня и вас темы. Вот я писатель Владимир Мегре, автор серии книг «Звенящие кедры России». Но мы поговорим о книге, а сейчас вот я хотел немножко поговорить о собаке, которую зовут Найда. Я ее нашел... Ну, кто-то ее бросил, она сидела на перекрестке неделю, а теперь вот живет здесь в доме. И я недавно узнал, что собак нужно как-то тренировать. Нельзя, чтобы они вот самостоятельно там что-то делали, знали одну-две команды. И она оказалась очень талантливой. Но я не знаю, вот как вообще тренируют собак, но все, что я успел достигнуть за некоторое время, да, она, когда я ее взял, ей было... Примерно год, никто не знает, сколько ей. Ну вот что она может? Вот она может вот так вот сидеть. Найда, посмотри в кадр. В кадр посмотри. Он не хочет. Найда, ко мне, рядом, сидеть, говорю. Вот видите, не точно выполняет команды. Найда, сидеть. Вот села. Лапу дает, это традиционно. Теперь Найда, лежать. Когда никого нет, она выполняет эти команды легко. Найда, лежать. Найда, лежать, говорю тебе. Лежать, Найда. Сейчас нехотя выполнила. Сейчас еще одну команду научил. Как я ее научил? Взял там кусочек мяса, привязал на веревочку, протащил его метров 150, спрятал в снег. И она потом побежала по этому следу и нашла. Я ей сказал, след искать, и так несколько раз делал. Потом взял носок, она нашла его. Потом взял, попросил одного человека, который спрятался, тоже метров за 250 от дома, может быть 300, и она по следу нашла, и находит очень быстро, даже была метель, и в метель нашла. То есть вот надо как-то ее тренировать, буду этим заниматься. Но мы еще поговорим с вами на разные темы потом. Ну, до встречи ВКонтакте.